А теперь о криминале. На территории Астаны задержана преступная группировка, подозреваемая в разбое в Карагандинской области, сообщает пресс-служба столичного департамента внутренних дел. Подробнее в следующем материале. Столичные карагандинские полицейские в ходе спецоперации на территории Астаны задержали группу лиц в составе 4 человек, подозреваемых в совершении ряда разбойных нападений на территории Карагандинской области. В ходе обыска у одного из задержанных обнаружены золотые изделия, а у другого подозреваемого – наркотическое вещество героин, говорится в сообщении. В настоящее время задержаны и конвоированы в Осакаровский РОВД Карагандинской области. Ведется расследование.